Вот, я в 86-м записал. Я выдержал их до 87-го весны, весной 87-го они вышли, и уже в 87-м в конце лета был фестивальный полный в Сочи. Но по телевизору их не было еще полтора года. Потом меня пригласили вдруг на «Песню года» безвозмездно. Это нонсенс вообще был, потому что люди платили за «Песню года». Меня пригласили безвозмездно, и после «Яблок» пошла «Ариадна» безвозмездно, а потом «Странная женщина». Как я называю путь такой? Значит, постамент для памятника, да? Потом, собственно, сам памятник – это «Яблоки». Потом подставка под памятник – это «Ариадна». И потом сам памятник – это «Странная женщина». Понятно. А вы высчитывали вот это математически для чего? Уложиться в какой-то определенный промежуток времени? Или... Ну, да. И, во-первых, это надо было сделать до 4 минут, чтобы было. Это раз. Это для мелодии было важно. Там такой порядок. Во-вторых, конкретно по танцу я посчитал, что ну сколько человек может дергаться, дрыгаться. А тогда был еще сенокосный период, вот этот танчик такой был, сенокос. Вот. И почему я держал ее год? Потому что до этого была сильно модерн-толковатая музыка, она была. И «Яблоки» бы захлебнулись с «Модерн Токен». А «Яблоки» я чуть убыстрил. Я сделал не 120, как было «Модерн Токен», а я сделал 124. Она уже получилась живее. А сейчас уже танцует 135. Время уходит вперед. Ясно. Спасибо большое.